Теремок ТВ. Привет, я Отто, а это моя камера. А это мой пес Вундершмац. Мы любим гулять и фотографировать животных. Пошли с нами. Мы идем по ферме, мы идем по ферме, мы идем по ферме, я и Вундершмац. Вы слышите? Иго-го-го! Кто так кричит? Это же лошадь! Сейчас мы ее сфотографируем! Лошадь – большое и красивое животное. Она смешно ржет и быстро скачет. И еще у нее красивые волосы и смешной след. Пойдем, Вундершмац! Впереди еще много интересного. Прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, топ-топ-топ. Вундершмац, ты слышишь? Кукареку! Кто так кричит? Ой, это же петух! Давай его поскорее щелкнем. Петух смешной. Он громко кукарекает и клюет зернышки. У него красивые перья и вот такой след. Пойдем, мой верный пес. Нас ждут другие животные. Мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, щелк-щелк-щелк. Что это? Оно говорит хрю-хрю. А, это же свинья! Давай ее скорее фотографировать! Свинья говорит хрю-хрю. А еще она любит купаться в луже. У нее нет шерсти, представляете? Но есть пятачок. И у нее смешной след. Давай посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это лошадь. Она говорит «иго-го» и смешно прыгает. Это петух. Он говорит кукареку и клюет зернышки. Это свинья. Она говорит хрю-хрю и любит купаться в лужах. На сегодня все. Пока-пока!